В Кыргызстане подал в отставку исполняющий обязанности премьер-министра страны Жантурос Атыбалдиев. Об этом он заявил на заседании правительства. Напомню, 18 марта распалась коалиция большинства в парламенте страны. По закону правительство автоматически уходит в отставку, но кабинет министров должен исполнять обязанности до формирования новой коалиции. Жантурос Атыбалдиев не стал дожидаться окончания этой процедуры. Новый премьер Кыргызстана будет назначен до 11 апреля.